Вам надо больше двигаться, понимаете? У вас сильное напряжение в ногах, то есть нужно длительное движение для того, чтобы их расслабить. Час 20 бега, но вы явно бегать уже не сможете. Нет. В два раза больше надо ходить. То есть час 20, так, сейчас посмотрим. Ну, вы знаете, я так много хожу. Получается, просто... блин, вы не понимаете. Ну, минут 30-40. Не понимаете, нужно длительное, непрерывное движение. Причем тут я много хожу. Вот вы много ходите, у вас вены наоборот вылезут. Потому что там, когда человек длительно идет, у него идет как бы очищение, все глубже, глубже организм очищается. А если он понемножку ходит часто, то тогда он в одну и ту же точку бьет вот так вот, и как раз от этого вены и вылазят. Ну, то есть час 20 плюс час 20 получается 2:40. 2 часа 40 минут нужно непрерывно идти раз в 4 дня. И тоже теплые ванны надо по вечерам принимать, чтобы, ну, это снимать напряжение с себя. Угу. Хорошо, спасибо большое. Но операцию надо сделать обязательно, потому что у вас уже на левой ноге начинается тромбообразование такое опасное. Да, то есть, да, это приведет через где-то год к преждевременной смерти, если вы сейчас не сделаете операцию. У вас будет просто инсульт. Да, вот это меня и пугает больше всего. Чего пугает? Надо сделать операцию и потом дальше сделать так, чтобы они не лезли. То есть надо жить правильно. Хорошо, спасибо. То есть вы не сразу после операции не сможете так ходить. Вам нужно потихонечку это делать. Ну, наращивать потихоньку. Потому что после операции ноги будут слабыми. Но все равно нужно ходить, иначе вы никак не сможете.